Приехал я, собственно, чтобы поставить мордушки. Вот. Такие вот дела. Две штуки. Раколовки, можно их назвать. Прикорм на рака. На Валбересе заказал. Вот попробуем. Ищу пока место, где их вообще впихнуть. Там он кто-то ходит на том берегу. Сейчас приблизим. Ну, вроде его и так, видите, человек идет. Блин, вот дело. Вот он. Что он там ходит, я не знаю. Так, прям идет. Спокойно. Это зум у меня хороший. Однако. Вот. Не знаю, я сейчас в другое место, я, наверное, поеду. Потому что здесь что-то как-то... Ну, рыба прыгала, кстати. Рыба прыгала под берегом. Но все же это не оправдание, что рыба прыгала. Вода безумно мутная. Воды очень много. Заливал шортс. Вставлю еще вставочку. Видосик там снимал. Так, от первого лица. Там вон баллон лежит, вон еще один там вымыло вроде, но вот один баллон точно я вижу. Я не помню там такой насыпи, ее, блин, не было, это все намыло. Эти кусты, они просто торчали, получается, с земли, там не было такой насыпи, да нет. Кусты торчали просто, насыпи такой не было, это точно. Не знаю, здесь я нормально не поставлю мордушки, потому что я даже не знаю здесь какая глубина, чтобы лезть туда. Поэтому сейчас я поеду в другое место, есть у меня на примете кое-что. Это, короче, туда, там, не знаю, больше километра. Надо будет вернуться опять на трассу, на железнодорожный, говорю, на мост автомобильный переехать. И там, наверное, я поставлю. Вот можно туда вот еще проехать. Там вот камыши интересные есть. Может быть, в них можно. Потому что там берег вроде более-менее живой. Не как тут. Чепрец вот растет. Машину я даже не глушил. Потому что там вот тут вот берег нормальный, видно, что берег есть для подхода. И поэтому вот те вот кусты меня интересуют. Может быть, я в них запихну. Тут вроде бы вода проточная для рака. Это есть, если я все правильно понимаю. Хорошо, это у меня первый опыт будет по раколовкам. Никогда я не ставил. Тут тоже намыло песочка. И такие валуны, конечно, лежат моментами неприятные. Вот, дороги особо нету, но хотя что-то накатано. Сейчас попробую проехать туда. Переехал я, он летает. Орел, ястреб, копчик, не знаю кто. С какой-то птичкой сражается. Блин, птичка потерялась. Только что сзади него была птица маленькая. Вот. И, возможно, зря я сюда переехал, потому что, ну, не знаю, сейчас подойду. Я сильно туда не стал ехать. Вон она та запруда, хотя тут можно вроде проехать было, ну так, пройдусь. Потому что, ну, у меня машина невысокая и совершенно не хочется где-то что-то шкрипануть, зацепить. Уже видно, этого года сидели тут товарищи. Да, это просто... Здесь не было такого песка, блин, ну его тут не было, тут была земля, тут были камни. Теперь все камни там, вот, а здесь теперь песок. И, блин, приличная такая глубина. Здесь можно хотя бы даже посидеть, наверное, куда-нибудь порыбачить, закормить. Потому что, в принципе, здесь такая запруда из камышей образуется. И почему бы, собственно, и нет. Течения сильного нету. Можно и пару фидеров закинуть, сесть. Тут яси есть по-любому. Птицы летают. Сейчас, наверное, здесь вот можно будет и поставить. Там вот как-то промыло, такая яма интересная. Можно будет здесь. Но тут не спуститься к берегу, вот что мне не нравится. Единственное, что тут нормально не спуститься нигде. И, возможно, все-таки нет, наверное. Наверное, я перееду отсюда туда, куда я и хотел. Потому что, ну, здесь такая грязища. Место здесь, да, прикольное для мордушек. Такая заводь, тут можно и порыбачить. На самом-то деле. Но мне надо их к чему-то привязать. Надо зайти, положить нормальные камни, запомнить, где я их положу. Поэтому нет. Нет, поеду я все-таки туда, где думал. Туда вот, там вот видно крышу. Это на противоположном берегу. И я поеду по этому берегу, по своему. Только что рыба, кстати, сыграла. Блин, ну это хорошее место для того, чтобы посидеть на самом деле на поплавочку порыбачить. Там вот есть
еще одна запруда такая же. Или чуть-чуть другая, Блин, на песка намыло, конечно, колоссально. Во, вот здесь вот классная запруда. Можно закормиться только так. Блин, надо выезжать отсюда, пока ливень не начался. Довольно-таки приятное место. Кто-то сидел уже в этом году, банка лежит. Тут можно только так порыбачить. Но все-таки тут уже течения нету, поэтому я поеду туда и там закину мордушки. Какой-то, кстати, канат примыло, не буду руками трогать. Вот, поеду туда, а сюда я обязательно вернусь. Возьму пару поплавочек, подставочки, прикорм намешаю. У меня там есть на плотву есть и, блин, на леща вроде какой-то другой. Или не на леща. Вот я не помню, какой-то я замешал. То ли я на леща мешал, то ли я чесночный мешал. Вроде я чесночный мешал, а на леща остался. Ключики семерочка. Как я на Валберес себе заказал. Кстати, точно такие же. Вот так вот кто-то насвинячил. Чайка полетела. Такой вот видос долгий на самом деле. Я-то думал, что там снимать. Закинул мордушки и все. Блин, там вот интересные камни торчат. И прям течение идет на них. Поэтому... А может быть, я и здесь поставлю на течении мордушки. Как вариант. Возможно, туда я не поеду. Здесь нормальный более-менее идет спуск. Уже вот именно этот кусочек. Торчат камни. На них можно ориентироваться. Можно зайти в воду. Если камни торчат, значит, там не настолько-то и не глубоко. Но тут уже, конечно, животные ходят, пьют. Не. Все-таки нет. Там машина ездит. Люди разговаривают на камеру, я думаю, не слышно. Это я только своим слухом могу услышать что-то такое. Еле-еле слышное. Сейчас еще пройдем, давайте туда, вот под теми кустами гляну. Я же был где-то... А, нет, я же там и был. Нет? Нет, я где-то там был дальше. Но тут мне не нравится, что вот сейчас этот новый берег так как-то... Ну, как-то не так совершенно. Другое дно сейчас. Тут такое сильное прям течение. Грязище. Блин, надо было переехать сюда обратно. Нет, все-таки поеду я туда, все, не буду я вот это вот гадать. Там я просто уже был вчера. С металлоискателем я ходил. Вот прошлый видос, он, наверное, ну, по-любому выйдет сначала этот. Он, может, даже сегодня выйдет на момент съемки. Сегодня не знаю, какое число, 28, 29, какое-нибудь, наверное, июня. Не помню, какое число. И вот там я нашел 2 копейки, или копейку я нашел, и Елизаветы Петровны. 1757 года. В любом случае, кто не видел, вот можете открыть мои видосы, и вот если все выйдет в этой хронологии, то этот видос уже будет загружен на момент. Еду на новое место. Машину точно придется мыть, когда приеду домой, то буду мыть машину. Потому что грязи я там нормально, мне кажется, налепил из боков, ее и так надо было мыть, но теперь есть повод. Вернусь, буду мыть машину. Потому что сейчас опять мне на поле влево придется уходить. Вот откуда эти китайцы вылезли, вот я туда поеду. Переехал я, дождь так и идет. Туда я не поеду. Вот, ну вот, блин, так не видно, там остров такой. Сейчас давайте приблизим. Вот, я хотел туда. Но так сейчас что-то я подумал, то что да я там не перейду пешком, потому что, ну нет, нет. Вода не та, чтобы идти там по пояс. Прохладно, 18 градусов, поэтому я сейчас здесь буду ставить. Так, ага, здесь давайте вернем фокус. Вот в этих вот камышах сейчас я буду ставить. Сейчас вытащу мордушки, покажу прикормку, как выглядит, потому что она уже начала плесневеть чуть-чуть с краю. Поэтому надо ее срочно по чуть-чуть начинать использовать. Рыба играет. Только что видел, как прыгнула рыба. Сейчас вытащу мордушки и буду вам показывать. Размотал я раколовки. Одна получается как
полукупол зонтом открывается, а вторая шайбой. Вот. Шайбы закидывать ее легко, а который этот зонт, блин, он всегда приземляется, короче, наоборот, он не опускается. Ну, чисто физика, он бац, на бок, короче, уходит, и все. Вот, прикормка. Авангард называется компания, логотип отклеился, я на Валбересе заказывал. Вот, видно, Валберес. И тут вот чуть-чуть пошла плесень. По, наверное, одному брикету я брошу, может, по два, наверное. Наверное, брошу по два или по полтора. Попробую его разрезать, наверное, по полтора кину. И потом, если пойдет, то на следующий раз остальные использую, чтобы поровну. Хотя можно по разу в три заезда. Ну, блин, пока я буду делать эти три заезда, надо выжидать. Она у меня просто-напросто испортится, мне кажется. Но рыба играет, сейчас буду заходить, ставить где-то вот, наверное, в протоках в этих. Может, одну там. Замараюсь конкретно. Сейчас, конечно, я камни есть, чтобы подвязать. Вот, сейчас буду ставить. Открыл я, разрезал. Вот, в принципе, по запаху. Ну, что-то такое. Комбикорм, чуть-чуть кисленький, чеснок. Разрезал я пополам довольно-таки легко. Я начертил грань, хоп, она сломалась. Вот, в одну закинул, сейчас буду кидать во вторую. Ничем не буду ее цеплять, она и так разбухнет, в принципе, и будет на дне. Я же ее аккуратно опущу, зайду сам сейчас. Но, блин, дождик и... Ну, немного так свежо. Я, конечно, в футболке и в шортах сам. Но, блин, придется чуть-чуть по колено зайти, думаю. Эту там можно будет кинуть, а эту придется где-то поближе. Наверное, эту поближе, да, на этой веревка длинная. Ее буду закидывать куда-нибудь вот туда вот, в ту протоку попробую кинуть. Начался такой дождь, прям моросит. Поставил я одну. Сюда я поставил, одна вот там вот. Спрятал веревку и еду, блин, быстрее домой, потому что я уже весь промок, надо подняться сейчас вверх, в гору, туда же. Вернуться назад, развернуться и ехать домой, потому что немного так, блин, прохладно. Вернусь завтра, больше 24 часов пройдет, надеюсь, завтра. Завтра я в день, на работе у меня где-то 8, смена, пока домой приеду, будет 8 вечера. Быстро поем или не буду, может, даже переоденусь и, наверное, сразу поеду проверять. Ну, вроде я нормально спрятал. Ездила машина одна, но она ехала так по касательной. И где-то вот тут вот она вверх поднялась. Меня они, в принципе, не увидели. Машину видели, а меня нет. Для вас прошла секунда, а для меня более 24 часов. Там рыба плещется, просто играет. Вроде я правильно приехал. Еще место свое искал. Надо какой-то ориентир запомнить. Коряга, вот, наверное, если правильно иду, коряга, тогда это будет правильный ориентир. А если, блин, не коряга, то неправильный. Я еще обувь неправильную одел, я в кедах, придется разуваться. Да, вот эта вот фигулька, там рыба прям прыгает, играет, интересно. Неужели это у меня там рыба играет? Сейчас буду вытаскивать и проверять. Опа! Интересно. Я надеюсь, мои мордушки не сняли. Видите вот эту вот штуковину? Блин, пальцем сейчас начну показывать. Вон она. Сети чьи-то стоят. Добрый вечер. Вот такие вот дела. Кто-то тут сетями ловит, браконьерит. Ну, мои мордушки нельзя считать браконьерскими. Я на всякий случай взял еще остальной прикорм. Если потому что там что-то есть, то я сразу же его закину. Так, сейчас буду... вытаскивать. Положу камеру тут в башмак, чтобы, не дай бог, там где-то не искупаться. И пойду босиком. Погода плюс, наверное, 16. Начал я. Так, вытащил я. Вроде не вовремя начал говорить. Раколовки, они забиты так относительно илом. Есть одна рыба, короче. Ой-ой-ой. Ну вот она. Стоять. Вот это все, что я поймал. Великолепно, просто прикорм даже не растворился. Блин, где он? Так, вот он сюда сейчас подкатился. Вот оно, но он даже не растворился, не рассыпался. Он как был твердым, так он и остался. Прошло больше 24 часов. Рыба играет, тут есть рыба. Но, к сожалению, только...
Только одна рыбка, это даже не смешно на самом деле. Теперь можно будет оставить качественный отзыв, проверенный на Валберисе. Интересно. Возможно, я вернусь сюда, я не подумал и не взял с собой ни хлеба, ни дробленки. Можно было дробленки взять, в марлю завернуть, блин, в такую неплотную, чтобы сразу она вся не высыпалась. И как тут нафигачить? Или хотя бы хлеба. И мордушки были бы полные. А так, ну, хотя бы одна плотвичка, ладно. Хотя бы одна. Ой, ну, блин, конечно, как-то так, не знаю, в дальнейшем, надеюсь, будет лучше. Вода такая, вроде, с виду более-менее, но оно позабивалось, потому что вода еще мутная. Поэтому так все забито. Вот, такой вот обзор получился, такой длинный видос. Так долго я вчера ездил, искал место ради, блин, одной рыбы. Однозначно этот прикорм авангардовский я не рекомендую. Подписывайтесь, чтобы не пропустить конкретные уловы. Я надеюсь, они у нас будут. Даже, можно сказать, я уверен, они у нас будут. Даже здесь можно рыбачить, вон в ту протоку кидать. Да, надо помыть руку срочно.